А вот экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в музее Лувра. Полотно не пострадало, потому что находится в капсуле из бронированного стекла. На глазах у посетителей галереи протестующие вылили суп, затем пролезли под барьером и встали по бокам забрызганной картины. Свои действия они объясняют тем, что хотят привлечь внимание к проблемам в сельском хозяйстве и нехватке экологически чистой пищи. Сразу после инцидента сотрудники музея оперативно приняли необходимые меры и освободили зал от посетителей.